Развиваем дальний. Так называется павильон корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Мультимедийная выставочная экспозиция посвящена результатам работы по развитию Дальнего Востока. Она призвана привлечь внимание участников форума как к действующим, так и к новым механизмам господдержки инвесторов, а также к социальным программам. Центральным элементом павильона в этом году является гранд-макет Дальнего Востока, который за моей спиной находится, где в формате мультимедийного шоу будем рассказывать о результатах деятельности Министерства по развитию Дальнего Востока и корпорации, собственно, по реализации мер государственной поддержки по ускоренному развитию Дальнего Востока. Все это будет в формате красивого мультимедийного шоу. Также есть несколько режимов, где расскажем о преференциях для инвесторов, о программах для граждан. Все это будет в формате такого красивого мультимедийного контента. Регионы, города, транспортная инфраструктура, в том числе трассы Транссиба и БАМа, а также Северного морского пути. Все это показано на интерактивной панели, которая синхронизирована с видеоэкранами. Здесь можно познакомиться с действующими преференциальными режимами и социальными программами. В павильоне «Развиваем дальний» содержится также и информация о ключевых туристических маршрутах и достопримечательностях всех 11 дальневосточных регионов. На региональных панелях рассказываем в контексте 4 аспектов «Жить, учиться, работать на Дальнем Востоке». Соответственно, люди могут подойти к региону, посмотреть. Вот мы такие миниатюрные сделали объекты, которые характеризуют каждый регион с нашей точки зрения, такие магниты, и посмотреть, опять же, в форме видео о том, какие есть возможности для путешествий, жизни, работы, учебы на Дальнем Востоке и в конкретном регионе. Впервые здесь представлена экспозиция продуктов резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, которая использует товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Современный дальневосточный бренд позволяет продвигать товары и услуги на территории России и Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь у нас представлена широкая линейка от консервов до легкомоторных самолетов, понятно, в миниатюре. Вот. Но тем не менее покажем всем гостям павильона, какой широкий спектр продукции производится на Дальнем Востоке. И всех участников и гостей в открытые дни, кто здесь будет посещать наш павильон, предлагаем поучаствовать в дальневосточном квесте. Можно ответить на вопросы, внимательно изучив содержание контента, который представлен в нашем павильоне, и выиграть призы. Инсталляция «Мы развиваем дальний» посвящена предпринимателям, предприятиям и продукции, произведенной на Дальнем Востоке России. На 11 медиаповерхностях представлены видеоролики о предприятиях, а также интервью с дальневосточными предпринимателями, уже добившимися успеха. Напомним, улица Дальнего Востока открыта для участников и гостей форума с 10 по 14 сентября. После прогуляться и ознакомиться с потенциалом и достижениями 11 дальневосточных регионов представится возможность жителям и гостям Владивостока.